НАТО усилит политическую и практическую поддержку Молдовы. Об этом говорится в заявлении, которое приняли сегодня по итогам саммита Североатлантического альянса в Мадриде. Также из документа НАТО будет работать с Молдовой в сферах укрепления ее целостности и поддержания политической независимости. Что это значит, не уточняется. Ранее в Кишиневе обсуждали поставки оружия от Запада, а президент Франции Макрон обещал, что из фонда обороны ЕС Молдове выделят 40 миллионов евро. Это удвоит военный бюджет Молдовы.